по улице Варварка. В 1380 году въезжал в город, в Кремль, Дмитрий Донской после Куликового сражения. Торжественная встреча его была. У Спасских ворот. Улица древняя, историческая. И название свое несет с 14 века. Вот название вот этого храма Варвары Великомученицы. Варвара Великомученица. На этом месте каменная церковь Варвары Великомученицы была построена в 1514 году архитектором Алевизом Новым. Вот. А сохранившееся до наших дней здание в стиле русского классицизма было сооружено 1796 по 1801 году по проекту Родиона Казакова. Мы видим все черты классической архитектуры. Ну, судя по тому, что в одной из записей, в летописи середины 14 века была упомянута Варварская церковь. Варварская деревянная церковь, то, судя по всему, она стояла здесь еще до Алевиза Нового. Гостиный двор. Архитектор Джакомо Каваренги. Это русский классицизм. Конец 1789 год, 1805. Конец 18 века. В 1995 его перестроили в торгово-гостинично-развлекательный центр. Вот он сохранился до наших дней в таком первоначальном внешнем виде. Мы с вами по-прежнему на Варварке. Это храм Максима Блаженного 1698 года, прекрасно сохранившийся. Однокупольный, 1699 год, окончание постройки. Вот Знаменского монастыря, который был основан в 1631 году, остался лишь вот этот собор. Собор знамени иконы Божьей Матери. Русская барокко, красно-белый гаммы. Вот с крыльцом. Такой теремной стиль, с кокошниками, с куполами, пятикупольный русский московский стиль. Подошли с вами к зданию номер 10 по Варварке. Это палаты бояр Романовых. Вообще на этой улице много было боярских домов. И то, что осталось, это, конечно, капли. Реставрировано было в 1810 году архитектором Рихтером. На улице Варварки было много торговли. Торговый люд всех мастей и рангов селился здесь. Но так как при строительстве России целый торговый, вернее, городской фасад был ликвидирован, то мы
видим совсем остатки жалкие. Храм Георгия Победоносца в стиле русского барокко. Красно-белая гамма, радующий взор. Ажурная кладка, множество украшений, наличников, ажурная колокольня прекрасная. Ну а на этой стороне далее все постройки снесены исторически ради гостиничного комплекса. Даже те здания, которые выстроили в 20 веке, все было снесено вот совсем недавно. А сейчас посмотрим еще на панораму Зарядья. Здесь целый жилой квартал был снесен еще в 20 веке ради постройки гостиницы «Россия». Такая зона парковая. Вот мы видим концертный зал, прогулочную зону лесную, ландшафтную. Пойдем сейчас дальше, к Варварке. Варварка, самый ее конец. А это мы с вами видим прекрасное сохранившееся здание церкви. Храм великомученика Георгия Победоносца. На Псковской горке, 1657 год, колокольня конца 18 века. Вот так вот красно-белая, ажурная. Колор, как кирпичная кладка, характерная для московского барокко. А вот это здание гостиницы, которое строится здесь. И комплекс зданий был утрачен, все снесли, доходный дом купца первой гильдии. Вот, дорогие зрители, мы с вами сделали путешествие по улице Варварка от храма Варвары Великомученицы. Посмотрели старый английский двор, храм Максима Блаженного, Знаменский монастырь, собор Божьей Матери Знамени. И бояр Романовых, палаты, и храм Георгия Победоносца. И такой путь мы совершили с вами. И когда-то улица Варварка начиналась у Спасских ворот. Но и проходила она по высокой бровке, по холму над Москвой-рекой. Потом здания были снесены вот здесь. И, в общем-то, это открытое пространство. Теперь, условно, вот улица начинается здесь. И мы ее прошли с вами за 10 минут. Историческая, одна из моих любимых улиц Москвы.